Брестское городское отделение Белорусской Федерации современного пятиборья было открыто 26 сентября. Основной базой стал Центр Олимпийского резерва по конному спорту. Однако в силу специфики вида занятия будут проходить на разных площадках, ведь современное пятиборье включает в себя стрельбу, фехтование, плавание, бег и верховую езду. Мы будем стараться развивать здесь пятиборье не просто, скажем так, как-то не спеша, аккуратно, а довольно-таки прагматично, активно, и будем реализовывать именно в Брестской области те пилотные проекты, которые мы начали в городе Минске. Это открываем отделение по новым неолимпийским дисциплинам, но за которыми будущее и массовые занятия этим видом спорта. Это биатл, триатл, они все включают бег-плавание, это биатл, триатл – это бег-плавание, стрельба. Очень динамично развивающиеся вообще во всем мире дисциплины современного пятиборья. Сегодня пятиборьем на профессиональном уровне в Беларуси занимается более 650 человек. В Бресте в первую группу уже набрали не один десяток желающих. Председателем регионального отделения был избран начальник управления образования Брестского облсполкома Юрий Просмыцкий. Важной составляющей успеха в работе он считает внедрение принципа системности. Моя роль и участие в этой работе будет заключаться в том, чтобы прививать подходы именно системной работы. Это системная работа по организации взаимодействия, это системная работа по подготовке резерва, это системная работа по взращиванию собственных кадров, это комплекс системных мер, который в конечном итоге, вот правильно сегодня было неоднократно высказано Михаилом Викторовичем о том, что это работа не одного дня. Это работа на долгосрочную перспективу, которая имеет все шансы достаточно быстро принести определенные плоды. Брест стал пятой точкой на карте Беларуси, где будет развиваться современное пятиборье. И в том, что оно будет развиваться, сомневаться не приходится. Чаще всего в данный вид спорта приходят в возрасте 10 лет, но бывают и гораздо более возрастные новички. Расцветом сил пятиборца считается 26-летний возраст, однако в мире есть примеры победы на пятом жизненном десятке. Пятиборье яркий, динамичный и, что немаловажно, давно олимпийский вид спорта. А это значит, что интерес к нему со стороны брещан обеспечен. А где есть интерес, там обязательно будет и стремление к покорению вершин. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.